Всем огромный привет, спасибо, что заглянули ко мне на канал. Сегодня в этом видео посмотрим с вами товары и новинки из магазина Светофор. Этот магазин находится по адресу город Краснодар, переулок Гаражный 7/4. На экране вам выведу номера автобусов и маршрутных такси, на которых можно добраться до этого магазина. Кстати, если вы еще не подписаны на мой канал, не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые видео. Ну а я, как всегда, вам желаю отличного настроения и приятного просмотра. Мыло для детей марки «Я родился» подходит для детей с самого рождения, цена 46 рублей. Недавняя новинка в Светофоре – это кондиционер для белья. В упаковке 2 литра, цена 184 рубля. Женский дезодорант марки «Камэй» с ароматом нежной розы, цена 132 рубля. Большая упаковка ватных палочек «Аквелла». В такой упаковке аж 500 штук, цена 62 рубля. Симпатичная десертная тарелка, диаметр 20 см, цена 85 рублей. Изготовленная из фарфора, и также в магазине можно еще приобрести с клубничным рисунком. Салатники из опалого стекла, объем 1 литр, цена 103 рубля. Также можно приобрести большие салатники, у них объем 2 литра 800, цена 227 рублей. Набор стаканов из прозрачного стекла, цена 152 рубля. Сковорода с антипригарным покрытием, это российское производство, диаметр 28 см. Такую сковороду можно использовать на любой варочной поверхности, даже на индукционной. Ручка удобной формы, цена сковороды 892 рубля. Эмалированные чайники с разными рисунками, объем 3,5 литра, цена 679 рублей. Кастрюля марки Гардарика, это российское производство. Кастрюля ручного литья, стенки довольно толстые, около 5 мм, цена 1441 рубль. Эмалированная кастрюля объем 8,5 литров, продается по цене 848 рублей. За 132 рубля можно приобрести отдельно крышки жаропрочного стекла, диаметр у них 24 сантиметра. В принципе, такие крышки сейчас продаются во многих светофорах. Разделочные доски с очень красивой яркой ламинированной поверхностью, изготовлены из фанеры, размер 31 на 21 сантиметр, цена 76 рублей. Из бытовой техники в магазине можно приобрести компактную индукционную плиту, у нее 5 режимов нагрева, цена 1068 рублей. Мощность 1600 Вт, длина шнура 1 метр, это производитель Китай. В светофорах теперь снова продаются кувшины для очистки воды, цена 243 рубля, и к ним можно дополнительно приобрести сменные фильтры, в наборе 2 фильтра, цена 199 рублей. Канцелярский набор из 3 предметов продается по цене 65 рублей. И есть вот такой набор с линейками, карандашом, стирательной резинкой, тоже цена 65 рублей. Набор ручек 3 гелевых и 4 шариковых, цена 35 рублей. Завезли в магазин яркие альбомы для рисования, 48 листов. Обложка довольно тонкая и не ламинированная. Листы внутри белые, тоже довольно тонкие, цена 38 рублей. В этом же отделе продается бытовая техника, это электрический духовой шкаф, цена 3875 рублей, водонагреватель или термопод, объем 6 литров, есть функция поддержания температуры и также кнопка подачи воды. Для кухни можно приобрести стол, цена у него 1686 рублей. В отделе текстиля большой выбор махровых полотенец, они изготовлены из 100% хлопка, это производитель Узбекистан. Например, вот такие маленькие полотенца, размер у них 30 на 60 сантиметров, в магазине очень много разных расцветок, цена 55 рублей. Полотенца размером 70 на 130 сантиметров продаются по цене 272 рубля. И также рядом лежат большие махровые покрывала, размер у них 150 на 200 сантиметров, цена 930 рублей. В отделе одежды завезли новинку, это женские сарафаны на тонких бретелях, по бокам есть два небольших кармана. Сарафаны изготовлены 100% хлопка, довольно тоненькие, цены в магазине не нашла. Также продаются детские платья. Размер с 9 до 10 лет, это 100% хлопок, и для девочек постарше есть платья других расцветок. К сожалению, цены в магазине не было. Пляжные полотенца 100% хлопка, размер 100 на 150 сантиметров, цена 213 рублей. Появились в магазине простыни новых расцветок, очень интересные, яркие, с авокадо.
Цена такой простыни 373 рубля, размер 145 на 215 сантиметров, это 100% хлопок. Из мебели продаются табуреты, цена 273 рубля, складной стол по цене 885 рублей. Складные табуреты, они выдерживают максимальную нагрузку 100 кг, цена 359 рублей. Стул Венеция с мягким сиденьем, цена 683 рубля. За 1900 рублей можно приобрести компьютерный стол, изготовлен из материала ЛДСП, собранного экземпляра в магазине не было. Подвесная тумба, цена 1158 рублей. Обувница по цене 1826 рублей белого цвета. Полка для обуви 4-ярусная, самосборная, упакована в картонную коробку. Цены, к сожалению, в магазине не нашла. Большой пищевой бак, цена 553 рубля, продается с крышкой. Также в магазине появились оцинкованные ведра, цена 184 рубля. Корзина для белья из пластика, в принципе, продается во многих светофорах. Еще в магазине можно приобрести затеняющую сетку, это недавняя новинка. Размер сетки 3 на 6 метров, по бокам есть также клипсы, цена 675 рублей. Для полива продаются шланги, цена 745 рублей, также сетка садовая и новинка — это ограждающий заборчик желтого цвета, к сожалению, в магазине цены не было. Заборчик изготовлен из пластика. Появилась в магазине новинка, это дрожжи арахис в сахарной оболочке, в упаковке 350 грамм, цена 165 рублей. Появилась в магазине новинка, это мягкие вафли с ванильным ароматом, в упаковке 600 грамм, цена 119 рублей. В этом же отделе лежит в магазине новинка, это ковер циновка, у него размер 80 на 120 сантиметров, он такой довольно шероховатый, цена 659 рублей. Марки Кубаночка продается лобио по абхазски, в такой баночке 500 грамм, отзывы абсолютно разные, кому-то нравится, кому-то не очень. Продается практически во всех светофорах, цена 66 рублей. Завезли в магазин новинку, это орешки фундука, они очищены, кстати, на вид очень хорошего качества, в упаковке 500 грамм, цена 332 рубля. Жареный арахис с солью в упаковке, в такой тоже 500 грамм, цена уже немного дешевле, 127 рублей. Еще одна новинка, это ореховая смесь с изюмом, в упаковке 400 грамм, в составе есть грецкий орех, арахис, кешью и также фундук, цена 200 рублей. А за 242 рубля уже можно приобрести очищенный грецкий орех, на вид, кстати, хорошего качества. В упаковке 500 грамм. И, конечно же, заглянем в холодильник. При входе нас встречает сардина холодного копчения. Очень приятный ароматный запах. Цена 256 рублей. Крабовые палочки. Это имитация. В такой упаковке 200 грамм. Цена 34 рубля. Появилась в магазине новинка. Это галантин из индейки. Варено-копченый продукт. Цена за килограмм 357 рублей. Творог в большой упаковке, жирность 9%, производит компания «Русмолоко». В такой баночке 800 грамм, цена 121 рубль. Марки «Благояр» можно приобрести замороженную печень, цена 120 рублей за килограмм. Филе индейки, цена 310 рублей за килограмм. И по такой же цене 310 рублей продается бедро индейки. Шампиньоны на вид довольно свежие, цена 109 рублей за килограмм. И посмотрите, какая классная новинка, это манго. Цена за килограмм 197 рублей. Мороженое сардина 117 рублей за килограмм. Шашлык из куриных крыльев в маринаде 2 килограмма по цене 340 рублей. Шея свиная 330 рублей за килограмм. Появилась в магазине новинка, это молочный коктейль с клубничным вкусом, производит компания «Экомилк» Московской области, и этого же производителя молочный коктейль есть с банановым вкусом. К сожалению, цены в магазине не было.